Друзья, сегодня мы говорим об ужасах, о чудовищных ужасах канадской медицины. Вау. Да, закончился давно уже Хэллоуин, но мы решили вас попугать дальше. Вот. А как ты относишься к ужасам канадской медицины? Да нет, никаких ужасов на самом деле нет. Я не знаю, о чем ты говоришь. Сережа хочет просто немножко про свою историю, наверное, сегодня рассказать, потому что случилось так, что, собственно, он целую неделю просидел дома с подбитой спиной. С поясничной болью. Взад раненый, в общем, в определенном смысле. Ну, надо сказать, что в Канаде есть медицина, как бы несколько вот ступеней, да. Скажем так. Family доктор, к которому все обычно идут, и которого обычно нужно подождать, может быть, даже неделю или две, да, при записи. Вот, поэтому если вы заболели нечаянно, то надо идти в walk-in клиник. Да, walk-in клиник, которая там тоже работают врачи, специалисты, но они вас примут в тот же день. Да. Надо только посидеть в очереди, они вас примут. Да. Вот. Следующий момент, если уже нельзя терпеть, то нужно вызвать скорую помощь, амбуланс, и она вас отвезет в хоспитал. Или другие поступают проще, например, суббота, воскресенье, они не хотят идти кто-то в walk-in клиник, потому что они чувствуют, что потом за этим потянутся, нужно делать рентген, нужно делать ультразвук, и это суббота-воскресенье, еще надо какой-то результат и какое-то лечение принять. Поэтому они сами туда едут, значит, в госпиталь, и их обслуживают. Ну, конечно, в зависимости от того, сколько там народу пришло к этому моменту. Иногда действительно обслуживаются быстрее те, у кого какая-то срочная необходимость в этом. Другие сидят, ждут, и порой ждут по 5, по 6, иногда побольше часов, потому что если ты можешь терпеть, и, в общем, какой-то другой пациент умирает, конечно, они ему больше уделят внимания, чем тебе, и тебе придется подождать немножко. Но начнем сначала, да, все-таки, Сереж? Да, секрет у меня, я, как говорится, блогер. Всем секретом по всему свету. Публичная фигура, поэтому скрывать мне абсолютно нечего, ничего ужасного я не совершил, у меня просто прострелило спину, да. Те, кто знает, что это такое, вы знаете, да, то есть не встать с дивана, не сесть на стул, вы толком не можете, если вы посидели, вот сейчас вот я посижу, если мне надо будет вставать, у меня начнется, так сказать, боль в пояснице и так далее. Что в этой ситуации? Вот Наташа говорила, что иногда семейного врача надо ждать там неделю или больше. В моем случае семейного врача, я могу попасть к нему на следующий день или, может быть, там через день, допустим, да, или, как Наташа сказала, я могу пойти в walk-in clinic, то есть вот на улице вы идете, и любой врач вас примет. Но, как вы теперь знаете историю с такой ситуацией, как у меня, вы фактически даже в машину влезть, в общем-то, не можете, да, и доставать от вас оттуда будет тяжело. Если сидеть в скорой помощи где-то в госпитале 5-6 часов, ну, это, наверное, тем более совсем не подарок, да. Ну, я как хитромудрый карась, я решил, думаю, ну, надо же найти какой-то выход из положения. Есть одна вещь, о которой не знают даже многие канадцы, о том, что вы можете вызвать врача на дом. Вот, есть такой сайт, который называется MedVisit Doctors. Я потом поставлю ссылочку, вы ее увидите. То есть вы можете позвонить по телефону, и врач придет к вам домой. Единственное, что мне не очень понравилось, это то, что она меня много-много-много чего расспрашивала, а потом она в конце спросила, в каком городе я живу, и потом сказала, извините, вот ваш город мы не обслуживаем. На чем я, так сказать, умылся и, в общем-то, отказался от этой идеи. Вот. Тем не менее, такая служба существует, и она покрывается нашим ОХИП, это Ontario Health Insurance Plan. Особенно это, мне кажется, это важно, у кого есть маленькие детишки, да, потому что я знаю, что некоторые приезжают к доктору с больным ребенком, и, конечно, сидеть, ожидать, опять же, с ребенком, ну, да, это ребенок очень тяжело. Да, ребенок капризничает, плюс он собирает еще болячки какие-то. Да, поэтому действительно лучше быть дома с ребенком, по крайней мере, доктор приедет и назначить лечение. Ну, мне показалось, что этот сервис примерно на это и заточен, потому что пока она меня расспрашивала, она все время как-то пыталась выяснить, насколько вообще мне необходима такая помощь, и не проще ли все-таки тебе поехать самому куда-нибудь. Да, да, езжай уже куда-нибудь. И в конце она сказала, спасибо, извините, ваш город мы не обслужим. Но поскольку я такой немножко прикованный к кровати, и делать мне нечего, я соображаю, что мне делать дальше. Мы все сейчас умные, сидим, так сказать, на интернете, жик-жик-жик.
Я посмотрел, думаю, есть помощь бесплатная, опять же, вот, кстати говоря, вот я еще раз повторю, что та услуга, если вы вызываете врача на дом, он приходит, и это бесплатно. Ну, когда я говорю бесплатно, люди сразу говорят, ну что вы, Сергей, ну мы же платим налоги. Да, мы платим налоги, имеется в виду, что вас не заставляют доставать кредитную карточку там где-то, как в Америке или где-то, и заплатить на месте. Это все оплачивается государством из ваших налогов. Вот. Оплачивается, с этим понятно. Насколько я знаю, эта услуга доступна, по-моему, по Британской Колумбии и по Онтарио. В других провинциях не знаю. И то в некоторых городах доступно, в Да, некоторых нет. есть такой замечательный город, город-герой, как Оквилл, вот они нас почему-то не обслуживают. Хорошо, я пощелкал кнопочку и думаю, ребята, ну надо что-то делать, дайте-ка я поищу, что, какие еще опции-то мне доступны. И нашел государственный сайт, наш онтарийский, провинция Онтарио, государственный, где написано, что есть такая услуга, как Telehealth, называется она, да? То есть помощь по телефону. Смысл очень простой. Вы звоните, там поднимает трубочку какая-то. Че? Звонит или звонят? Ребята, вы меня поправьте, каждый раз меня поправляют то в другую сторону. Чем больше меня поправляют, тем меньше я помню, как это. Звонят. Звонят, да? Итак, позвонил я этой барышне, трубочку взяла женщина. Мне показалось по возрасту, она была, наверное, где-то, мне кажется, предпенсионного возраста. На сайте было написано, что обслуживают только и исключительно сертифицированные медсестры, то есть это профессионалы, это не кто-то там просто с вами разговаривает. Мое впечатление об этом разговоре было такое, что ну, она, во-первых, как и в первом случае, задала 55 вопросов, какие у вас симптомы, как вы ходите в туалет, извините, как вы вообще ходите или не ходите совсем. Много чего расспрашивал. Честно говоря, какие-то вопросы она задавала немножко в каком-то полупрофессиональном стиле, что я даже не очень понимал, что она меня спрашивает. Я говорю, извините, повторите, так сказать, скажите на нормальном человеческом языке. Она мне объясняла, так сказать, какие-то вопросы. И надо сказать, что делала она это очень спокойно, очень терпеливо. Я не знаю, то ли попалась такая мне женщина, то ли их так побирают. Такой очень спокойный, ровный голос. Она очень мягко разговаривает. То есть у меня, в принципе, осталось приятное впечатление. Довольно. Так Но что она тебе подсказала в твоей ситуации? Что делать? что она подсказала? Да, собственно, ничего она. Ну, ты знаешь, и да, и нет. Она, в общем-то, говорила какие-то полезные вещи, что. Ну, она сказала, что, конечно, если вы поедете к самому, сами к врачу, она говорит, я вам категорически не советую это делать, потому что если у вас пронзительная боль в пояснице, вы можете не отреагировать там на педаль тормоза, если что-то, это просто опасно. И она меня спросила, почему вас не может жена отвезти. Я говорю, ну вот моя любимая жена, она на работе, работает, так сказать, трудится как пчелка. Она говорит, ну вы знаете, что есть вот эти walk-in clinic, которые работают там и до 7, до 8. Я говорю, да, я знаю, но мы же с вами в Канаде живем, да, то есть я понимаю, что я приду, отсижу там 40 минут, после чего врач мне скажет, вот тебе таблетка Толинола, которую я и так пойду в аптеке куплю, для этого даже prescription не нужно, да. Вот, и она сказала, вы знаете, вы правы, врач ничего такого супер революционного вам, скорее всего, не подскажет. Наверное, он вас потрогает, пощупает. Наверное, он вас отправит к какому-то хиропрактору и, скорее всего, он даст вам какое-то обезболивающее. Поэтому она говорит, что если у вас есть дома какое-то хорошее обезболивающее, пусть оно, может быть, не какое-то такое суперсильное, которое прописывают врачи, выпейте. Она мне назвала дозу. Она мне сказала, какую дозу лучше не превышать. Она мне сказала, какие движения делать, не делать. Она мне, кстати говоря, подсказала, что не надо вам лежать вот 3 дня не вставая, потому что все равно надо поясницу немножко расхаживать. То есть мой опыт остался положительный. Но если ты меня спросишь, стал бы я звонить Я опять? тебя спрошу об этом, Да. Сереж. Насколько тебе понравился разговор с женщиной, и стал бы ты ей звонить Разговор опять? женщины очень понравился. Женщина голос очень приятный. Вот. Стал бы я звонить еще раз. Вот в этой ситуации, наверное, уже не стал бы. Ну, во-первых, она уже объяснила, я уже знаю, Ну что в и ты этой знаешь, что с ситуации, тобой происходит что потом. происходит уже, да. В других ситуациях, наверное, стал бы. Вы знаете, бывает какое-то. Ну вот в свое время, я помню, наверное, даже рассказывал, да, как-то я проснулся среди ночи, Наташа ушла на работу там рано утром, и у меня была безумная-безумная боль в боку. Я тогда не знал, что это такое. И я вызвал скорую помощь, да, и они пришли и сказали, да вы знаете, батенька, у вас, наверное, камушки выходят, извините, да? И все стало ясно. Вот в этой ситуации, когда с вами что-то экстренно происходит, да, вам что-то очень больно, и вы не понимаете, что произошло,
Наверное, самое простое — дотянуться до телефона и позвонить. Ну, и с другой стороны, да, я думаю, что ты правильно сделала тогда, когда тоже ты бесплатно. Когда ты вызвал скорую помощь. Но некоторые действительно занимаются, вот если, например, болят, там говорят, о, у меня почки типа болят. Угу. Да, но может быть это не почки, а вот аппендицит. Помнишь, у нашей да. знакомой зрел в это время, а угу. в область почки отдавалась боль. То есть, наверное, вместо того, чтобы заниматься самолечением и диагноз самому себе угу. ставить, вот, лучше все-таки, наверное, позвонить. По крайней мере, действительно, телефон бесплатный. Угу. Ты проконсультируешься с специалистом. Да. Может быть, она подскажет на основе вот этих вот вопросов, ответов. Может быть, ей она даст более точный диагноз, как бы, тебе, и подскажет, угу. как действовать дальше, правильно? Потому что, наверное, они для этого и существуют. Да, она профессионал. Там очень солидный сервис. То есть она обязательно спросит, кто вы такой. Вы должны подтвердить свой адрес. То есть она должна четко убедиться, с кем она разговаривает. И только тогда, потом она начинает вам задавать кучу-кучу абсолютно вопросов, что, наверное, тоже правильно. Ну, как можно ставить диагноз человеку, с которым ты разговариваешь, которого ты в глаза никогда не видел, да, и пытаться ему давать какие-то советы. Вы знаете, что я вам скажу? Мы, когда с Наташей возвращались с Калифорнии, как вы знаете, наши какие-то американские товарищи, друзья, видимо, грохнули нашу кредитную карту. Надо отдать должное, что виза-центр выловил. Мы еще в самолете сидели, они уже их выловили и уже оставили нам сообщение, что мы заблокировали все ваши транзакции, потому что они выглядели для нас подозрительно. К чему я вам это рассказываю, дорогие мои? К тому, что когда я звонил в визу-центр для того, чтобы дождаться разговора с персоналом, это заняло у меня минут 35, если не 40. Знаете, сколько заняло времени дождаться вот этой тетушки, с которой я разговаривал насчет своего здоровья? 30 секунд. Через 30 секунд она подняла трубку и начала со мной разговаривать. Вот так вот. То есть, вот это я, наверное, оценил. Потому что, мне кажется, в этой ситуации, когда ты лежишь на полу, и там с тобой что-то получилось, и ты можешь дотянуться только до телефона, у тебя нет времени слушать музыку, как они обычно включают такую музыку, да, так сказать, там 40 минут торчишь от этой музыки. Тебе, наверное, не до этого вообще-то, наверное, да? Вот. Небольшое резюме. Повторю еще раз. Если у вас маленький ребенок, или у вас какая-то вот такая, какая-то внезапная ситуация, когда вы физически не можете добраться до врача, может быть, вам поможет вариант вот вызвать врача на дом. Я когда написал в интернете, женщина мне ответила одна, что, по-моему, в Миссисаге она вызывала врача домой для ребенка. Она говорит, приехали очень быстро помогли, прописали все антибиотики. Она говорит, я была страшно благодарна, потому что никуда не надо было ездить, вот все вот быстренько очень произошло. Вот. Второй вариант, если вы, опять же, не можете по какой-то причине никуда ехать, то попробуйте позвонить. По крайней мере, вы хоть услышите совет какого-то профессионала, который вам что-то скажет. Третий вариант – пойти в walk-in clinic. Да? Угу. Четвертый вариант – пойти в госпиталь. Поехать. Кстати говоря, когда я разговаривал с этой женщиной по телефону, она меня спросила, почему, если у вас такая острая боль, и вы даже практически не очень можете двигаться, почему вы не вызвали скорую помощь? Ну, я, так сказать, честный дурак, я ей сказал, говорю, вы знаете, да мне как-то неловко, я взрослый человек, вот я же сижу, нормально разговариваю, но что я вызову скорую помощь? Приедет парамедики, да, будут меня куда-то там грузить. В это время у кого-то, извините, там инфаркт, да, тут вот они Сережу везут, у него, извините, вот спина заболела. В провинции Онтарио, вне зависимости, любой человек, если вызывает скорую помощь, платит, по-моему, насколько мы поняли, в районе $240. А благодаря Наташе и ее страховке у нас эти деньги покрываются дополнительной страховкой, не государственной, с ее работы. Mm-hmm. Да? Поэтому мы ничего не платим. Но вот эти денежки вы заплатите в любом случае. И она мне сказала, нет, ситуация, вы неправильно на это дело смотрите, потому что вы имеете в голове какое-то представление о своей боли, вы не специалист, вы не можете в этом разбираться. Вам нужно сказать, что вы себя очень плохо чувствуете, не можете встать с кровати, а уже приедут парамедики и решат, что с вами делать. Это не ваша экспертиза. Да? Да. Ребята, спасибо большое, что вы нас смотрите. Мы потому что уже с Сережей, так сказать, после 50, и понятно, что у нас возникают всякие болячки. Поэтому, когда мы встречаемся со своими друзьями за столом, мы говорим, все,
о болячках не говорим, да? И только о них и говорим, это уже. Ну да. Поэтому мы решили поделиться с вами. Вот, но от того, что Сережа у нас, так сказать, сегодня говорил ровно 95%, я беру свою инициативу в следующем видео и расскажу, как мне помогла канадская медицина. Последний буквально месяц я сделала себе укол в колено, потому что у меня очень болел коленный сустав. Вот, но об этом в следующем видео, смотрите. Ну, в общем, когда нам 20 лет, мы говорим про девчонок, а уже за 50 уже девчонки закончились, и мальчишки остались одни болячки, да? Вот. Я еще вот что хотел спросить. Наверняка среди моих зрителей, среди наших зрителей, есть люди, которые... Я вот воспользовался услугой, но, в принципе, никакого решения своей болячки-то, в общем-то, не нашел в итоге, да? То есть я сижу на обезболивающем, она потихонечку как-то нормализуется, спина, и это все, что происходит. Если кто-то из вас эту задачку как-то порешал, только не просите делать там 100 отжиманий в день, я слишком ленивый для этого. Вот, или какую-то там йогу, да, делают, или что там делают, да. Но все-таки, может быть, вы какое-то решение нашли, потому что это из тех болячек, которые периодически возвращаются. Где-то там что-то тяжелое подняло, где-то там спину продуло, нерв у тебя зажало, бах, и ты прикованный, да. Надеюсь, у вас хватило терпения дослушать всю эту муру до конца. Спасибо большое за ваше внимание. До следующего раза. Пока. Пока, увидимся.